Челябинск простится со всеми недостроями. В мэрии кардинально решат вопрос с незавершенными зданиями. Спойлер, их всех снесут. Об этом сегодня высказалась глава Челябинска Наталья Котова. И вопрос не только в эстетическом виде мегаполиса. Снос недостроев спасет не одну жизнь челябинца. Там, где не можете собственников заставить, не побоюсь этого слова, значит, направляем в надзорные органы информацию, потому что сейчас лето, и много детей играет на улице. Для того, чтобы предотвратить несчастные случаи, нужно всю эту работу довести до логического конца. По 5 недостроенным многоэтажкам уже заключили контракты на снос. В мэрии продолжают работы и по выявлению незавершенных построек и заброшенных зданий. В конце июня, начале июля должны провести аукционы еще по 10 объектам. Их изъяли по решению суда. Теперь готовят к демонтажу.